День Святой Троицы, или Пятидесятница, посвящен воспоминанию о сошествии Святого Духа на апостолов, произошедшего на 50-й день после воскресения Христова. Ниспослание Святого Духа было обещано Иисусом Своим ученикам перед Его вознесением. В ожидании этого апостолы вместе с Божьей Матерью пребывали в Иерусалиме. Когда сошествие совершилось, все они получили дар языков, способность говорить на различных, неизвестных им ранее, языках. Тем самым Господь готовил их к проповеди веры, которую апостолы призваны были вести по всему миру. Этот день именуется Троицей, потому что именно сошествие Святого Духа явило нам всех лиц триединого Бога. Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от порабощения дьяволу. Бог, Дух Святой, освящает мир через основание Церкви и всемирную проповедь веры. Поэтому День Святой Троицы считают также днем рождения христианской Церкви. По традиции, в этот день храм украшают цветами и зеленью.